Готовилась презентация о том, как работает солнечный элемент. Да, в общем, немножко базовых принципов эффективности солнечного элемента и в рамках представляемой выставки. Да. На следующий слайд. Что такое вообще энергоэффективность? Ну, первое, это не только экономия электроэнергии, да, это применение, допустим, тех двигателей, да, которые составляли с предыдущей презентации, использование альтернативных источников питания. Также это экономическая транспортировка этой электроэнергии и, конечно же, это синергия с природой. Да, то есть мы должны думать о том, что использовать потом в перспективе с вами. Да, то есть дерево, газ, уголь, все это хорошо, мы научились этим пользоваться, но теперь надо быть ответственным за это. Да, и вот один из возможностей — это солнце. Солнце у нас бесплатно, его много, и буквально 10% Сахары может покрывать потребление всей Земли на данный момент. Наверное, потребление все время растет. Давайте перейдем к следующему слайду. За последний год тенденции развития солнечной энергетики показывают рост кремниевой технологии. Да. Сейчас мультикристаллические солнечные модули занимают порядка 62% общего объема производства фотоэлектрических батарей. Если берем полностью кремниевую технологию, то это порядка 90% тонкопленочной технологии, где гигакадный делонж, СИГЗы, они всего занимают 9,5%. Сейчас на рынке из топ-10 производителей солнечных батарей 6 Китай. Фактически полностью технологии производства самих солнечных элементов осуществлены в Азии. Да? Европа – это крупноузловая сборка, точно так же сейчас тенденции идут по всему миру. Еще пару моментов. То есть у нас выработка солнечных панелей достигла 50 гигаватт установленной мощности. Да, если берем сравнение с существующей атомной электроэнергией, да, допустим, самая большая электростанция в Европе, это Запорожская, она мощностью 6 гигаватт. То есть у нас потребление от солнечной энергетики за последние 15 лет перекрывает уже порядка 10 таких электростанций. В чем принцип работы солнечной батареи? При помощи фотопреобразователя мы используем спектр солнца, который наиболее эффективный, так как материалы полупроводниковые имеют селективный метод переработки фотонов в электричество, то вот для кремния это диапазон, начиная от ультрафиолета и до 1000 нанометров. Солнечная энергия, которая попадает на фотоприемник, да, его конструкция, он состоит из ПЭТ-перехода, в общем, в котором и существует разница потенциала, за счет чего идет преобразование световой энергии в электричество и появляется электрический ток. Вот следующий слайд. Тут на слайде показано, каким образом осуществляется сама схема выработки электроэнергии. Солнце светит на активную площадку, и под действием фотоэффекта у нас происходит движение электрического тока. То есть, в общем, фотодетектор — это простой диод с генераторными свойствами. Далее по технологии у нас матрица солнечных элементов собирается в
электрическую батарею, и данное изделие позволяет преобразовывать. Пожалуйста. Уже как сама готовая ячейка, солнечный свет, непосредственно в электричество. Электричество тут у нас мы получаем постоянный ток, да? И для того, чтобы солнечную энергию использовать в бытовом применении, да, нам необходимо обычное 220 переменный ток. Эту функцию осуществляет как раз инвертор, да, конвертер преобразователя. Смотрите, существует несколько типов построения солнечной станции. Да, может быть, либо полностью сетевая, когда солнечная энергетика сбрасывается в сеть непосредственно. Также может быть автономная, когда у нас идет аккумулятор, солнечная батарея, и тогда система в любых местах, то есть далеко расположенных от привычных нам сетей, может быть полностью автономной. И также существуют гибридные системы, которые сейчас наиболее распространены. Это совместимые. У нас можно и накапливать электроэнергию, и, соответственно, сбрасывать ее в сеть. Компания Quasar разработала серию солнечных зарядных устройств, уже активно продаем их на рынке в течение 3 лет. Это портативные солнечные батареи, да, вот образцы принес мой коллега. Это зарядки 3,5 ваттные, есть модели от 3 до 200 ватт. То есть 200 ваттные это уже кемпинговая система, выезд на природу, на 2 недели с холодной выпивкой, все полностью включено. Какие заряжательные устройства вот трехватное зарядное устройство позволяет заряжать мобильные телефоны, планшеты. То есть идет USB-выход и выходной ток всего 500 мА. Это с одного девайса. Это с одного устройства, да. Но этого достаточно, чтобы в полевых условиях заряжать смартфоны, планшеты, мобильные телефоны. Далее более мощное устройство, это идет 10-ваттное. Это идет кроме 5-вольтового, еще 12-вольтовый выход. Позволяет заряжать и зеркальные камеры, телевизоры, портативные, ну и любое 12-вольтовое устройство. А если свобода пассивная, допустим, будет работать? Солнечные батареи работают как и на рассеянном, так и на прямом свете. Поэтому единственное, что играет роль, это эффективность. То есть пассивная, она будет просто не так быстро заряжать? Ну, конечно, пропорционально падает мощность на поверхность. У нас падает мощность выработки по электроэнергии. Допустим, ясная погода, да? Для Киева это порядка 900 ватт на метр квадратный, например, в августе. Да? То есть у нас преобразуется 15-17% эффективность самого преобразования солнечной батареи. И, соответственно, если у нас затянуто полностью, вот как сейчас, да, или вчера, то эффективность может падать до 10%, потому что падающей мощности, соответственно, падает порядка 100-200 ватт, оно прямо пропорционально идет по выработке. Вместо 20 телефонов один заряд, можно как-то положить? Да. Для того, чтобы увеличить эффективный заряд, используются дополнительно портативные аккумуляторы. Они могут заряжаться маленькими токами, да, в отличие от смартфонов, чтобы устроить, да, потому что там есть пороговый ток, при котором вообще не будет туда отчисляться заряд. И тогда используется аккумулятор, он мощный, он может заряжаться 10-20-30 мА, и таким образом осуществлять автономию во время поездки и похода.
Да, далее после десятки это 20-ваттный модуль, тут уже можно подзаряжать и ноутбук. Такое устройство может выдать порядка 100 ватт, поэтому это еще дальше дополнительный заряд для ноутбука, это еще дополнительные 3-4 часа работы. И вот из портативных самое большое это 90-ваттное зарядное устройство. Это для автотуризма, потому что оно весит порядка 8,5 килограмм, но тут можно уже напрямую работать с ноутбуком, заряжать автохолодильник, либо просто подзаряжать автомобильный аккумулятор, соответственно, питать полностью весь лагерь, там, освещение, ну, любые батареи. Да, есть какие-то вопросы? Можно маленький вопрос? А какие сейчас делает разработки Квазар новое? Это все старое. Пытается ли он сделать так же, как иностранцы, использование инфракрасного излучения? То есть тепловое, то есть ну что-то такое новое. Все это классно. Но все это старое. Квазар работает с стандартной кремниевой технологией, да? И, соответственно, производство солнечного элемента идет по стандартной технологии для много и мультиисторических кремний. То, что вы говорите, использование ИК, это термоэнергетика, соответственно, это совсем другое направление отрасли. И вот гелиоколлекторы очень эффективны для того, чтобы получать теплую воду и система. Сейчас уже делают на инфракрасном излучении получение электроэнергии таким же образом. Здесь у меня коллега молчит, стесняется сказать. Чего вы не поставите туда аккумулятор элементарный? Маленький, поставьте туда аккумулятор. Так и продаются отдельно же аккумуляторы. Отдельно продаются вот эти. Так а зачем, если они делают? Объясню. Сразу смотрите, литий-полимерный аккумулятор, да, он на солнце, когда нагревается, то у него падают характеристики. Да. Соответственно, нужно по-любому выпрятать в тень. Да. Да. Сама солнечная панель позволяет работать как генератор. Ее можно выставлять на солнце, а аккумулятор подключаемый должен быть размещен. То есть он может лежать в тени, в рюкзаке. Соответственно, тогда эффективность... Для такого маленького... Там маленький, сколько там того аккумулятора? Принципиально будет какая разница в температуре. Мы не говорим о большом, мы не говорим о 90 ваттах. Возьмите маленький, вот этот портативный. Да, но у аккумулятора есть срок годности. И, соответственно, на зарядку нужно будет либо менять аккумулятор, либо выбрасывать полностью, да, то есть через 3 года. Он уже у вас отработает там 2 года. Аккумулятор, он уже перезаряжается. Аккумуляторы есть сейчас в большом наборе. То есть, Китай производит, да, их. Китай производит и солнечные. Дешево и бесплатно, да. Не, ну, мы же говорим о вашей продукции. Поэтому, нет, я имею в виду именно аккумуляторы. Поэтому можно подобрать любой аккумулятор, любой емкости нет. Под свою солнечную зарядку. Все, вопрос нет, понятно. Так, у меня вопрос еще. Вот вы же отдельно в модуле тоже выпускаете вот эти самые пластины? Конечно, да. А если, допустим, человеку захотел купить себе пластины и самому собрать там какую-то панель дома, обвесить ее, насколько это реально? Ну, там они хрупкие, не хрупкие. Конечно, кремний прочный, но хрупкий материал, поэтому технология пайки. В стерильных условиях? И не, возможно спаять модуль, и много есть в Ютубе делателей, да, да. Собирают модули. Вопрос в том, что контроль качества пайки, на Квазаре идет полностью автоматическая пайка, да, идет контроль качества просвечивание, это фотолюминесценция, соответственно, анализ микротрещин, и в ручной пайке нельзя обеспечить 100% эффективность по микротрещинам. Да? То есть микротрещины по-любому будут так и не от того, что в прикате паяльником к солнечному элементу, а просто из-за того, что термоудар происходит. Ваш вопрос. Да. Чисто практически, как вас сейчас? Тут идет USB разъем стандартный, потом подключается свой. Да, через любой кабель вот тут идет с USB и подключение платформы. А сколько стоит такая портативная походная панелька? Сколько там получается? 3,5 ваттная стоит 1140 гривен.
А почему ваши значительно дороже, чем китайские панели? Потому что они делают не китайские. Смотрите, например, компания Trina Solar, да, вот лидер производства китайцы. Они произвели уже за время своей работы в отрасли, да, 23 гигаватта. Они произвели позже вас. Вазар начал работать значительно. Да, но их мощности, они за 2 года выросли по мощностям. Это сейчас. Гигаватта. Они были дешевле вас всегда. Это сейчас они возросли, когда квазар уже работал, и квазар уже знали во всем мире. Но мощности квазара всего 15 мегаватт. Просто по экономике, да? То есть производство, которое производит гигаватт в год, да, мощности, и 15 мегаватт. Там нереально сделать себестоимость ниже, потому что идет массовое производство намного больше объема. Здесь же сырье одно и то же. Если и у них, и у вас. Те же материалы, да, можно взять китайские комплектующие, но производить на линейке 15 мегаватт и производить на линейке в 1 гигаватт, то себестоимость будет ниже. Ну, это массовое серийное производство, но опять же и китайцы не так работают. Да, просто объем производства нереально конкурировать в Китае. Это не только в отрасли солнечной энергетики, вот в этом. То есть можно конкурировать в Китае с высокотехнологическими. Так это высокотехнологическая вещь, это высокотехнологическая, только там и можно конкурировать, где нет рабочей силы. Там, где есть рабочая сила, там с ними конкурировать бесполезно. А там, где нет рабочей силы, как у вас, высокотехнологические вещи, там не просто надо конкурировать, надо давить. Задам вам. Можно еще вопрос? Китай задавить какой? Там, где высокотехнологические, конечно. Да, еще просто презентация говорит, что применяется им моно и поле. Сейчас идет лидирование поликристалла, и практически вот за 2014 год 62% солнечных панелей, произведенных в мире, было на поликристалл. Смотря что брать за качество. Да, если берем эффективность, то, конечно, самая большая эффективность идет на моно. Порядка 22-24%. Поликристалл меньше эффективность преобразования, но зато выше температурные характеристики, термостойкость, и стоимость сырья ниже. Да? За счет этого является одной из... И более ему. Мы брали полочные панели, мы брали натуральные нормально. Сейчас вот этот премий тоже в зарядках этих помогает. Зарядка помогает. А вот эти, которые большие панели, они на более могут. Там и то может быть, но в большем объеме идет поликристалл. А дольше живут такие могут. По дегидратационной стойкости, в общем, да. Ну, КПД, я знаю, панель КПД. Ну, по тому сроку, который идет в гарантии, да, по отношению мощности, за 25 лет приблизительно градация составляет один порядок. Да. Есть вопросы? Спасибо.